каким образом найти вторую точку пересечения двух окружностей, если мы знаем одну. Надо отразить эту самую одну точку пересечения относительно прямой центров. Так? И там получается дельтоид. Для окружности не обязательно одного радиуса, как это будет выглядеть. Вот есть одна окружность, вот есть вторая окружность, вот есть один центр, есть второй центр. Так вот, эта фигура дельтоид, правильно? А если окружности одного радиуса, то что это будет за фигура? Если у вас есть две окружности одного радиуса, то когда вы соедините, будет ровно. Вот это будет ровно. Ребята, а неужели вы не понимаете, что здесь будет куча этих ровных? Вот давайте, пусть точка пересечения всех трех окружностей, вот это, у меня будет некая точка P. Точка пересечения всех трех окружностей. И пусть у них есть центры. Заметьте, я сейчас не рисую окружности. Но если хотите, я их потом нарисую. Я рисую только центр. Центр одной из этих окружностей пусть будет вот здесь. Это некая точка А. Центр другой. Это будет некая точка B. Центр третий пусть будет вот здесь, точка C. Смотрите, что я точно знаю? Что вот этот отрезок и этот отрезок, они все одной длины, правильно? Отлично. Где же будут расположены другие точки пересечения? Вот когда я буду рассматривать вот такую окружность с центром А и окружность с центром B, где будет лежать? Видите, что вот здесь? И как будет называться вот, эта штука? Ромб. Да. Это, конечно, ромб. Да, любой ромб это предлагаем. Да. Вот давайте тут будет точка Z. Хорошо. А здесь, если я нарисую, пусть это будет X. Тоже ромб? Замечательно. А для точек А и С, если я нарисую, то что там у нас будет? Какая-то точка Y. Согласны? Отлично. Слушайте, а на что это похоже? Непонятно на что? То есть вообще непонятно? Хорошо. А вот представьте себе, если бы точки А, Б и С были бы не так, как у меня на чертеже, а если бы они вот примерно так располагались бы по отношению к точке П. Если я тогда рисую эти самые ромбы, неужели ничего не было бы непонятно по-прежнему? Так, уже хорошо. А на самом деле, если еще точнее сказать... Равносторонний шестиугольник. Что? Правильный шестиугольник. Ну, он даже неправильный, потому что у него только стороны одной длины, а углы-то у него не обязательно 120 градусов. Ага. Нет, а на что это еще похоже? На куб. На куб, конечно. Это похоже на куб, ребята. На проектор куба. Да. А теперь смотрите, нас волнуют три точки. X, Y и Z. Что можно сделать? Смотрите, все проведенные здесь отрезки, они равны, да? Я могу взять и нарисовать вот такой ромб. Могу? Здесь же были два одинаковых отрезка. Я могу это дорисовать до ромба. Но тогда вот этот отрезок будет параллелен этому. А этот параллелен этому, а этот параллелен этому. И значит они будут что? Равны. Параллельны и равны, но они все равны, да? Замечательно. Значит, как будет называть эту фигуру?
тоже ровно. Поняли? И при этом вот это будет равно и параллельно этому, вот это при этом будет равно и параллельно этому, это будет равно и параллельно этому, значит, это будет тоже что? Ровно. И значит, эти три отрезка у нас? Ровные. Поняли? Или нет? Да. Отлично. Таким образом, центр окружности, проходящий через точки X, Y и Z, получается таким вот забавным построением. Надо просто нарисовать ровно. Ну, понятно, да? Заметьте, я ничего не говорил про пространство. То есть вот эта аналогия с кубиком была нужна только для того, чтобы догадаться рассмотреть вот такой ромб. А решение это были вот там равенства и параллельность отрезков. Так, уговорил всех?